В Екатеринбурге проходит фестиваль уличного искусства «Стенография». Там запустили галерею «Брайль-арта». Авторы хотят вдохновить людей, у которых нет возможности видеть. Каждый из трех объектов уличного искусства соединяет в себе визуальные символы и текст, написанный шрифтом Брайля. А весь проект рассказывает о достижениях незрячих людей. Визуальная часть рифмуется со сферами, в которых эти герои добились успеха. Например, история Рэя Чарльза дополняется партитурой «Hit the Road, Jack». Сообщение на каждом граффити призывает поверить в себя.